привет! Добро пожаловать на канал Мелоон. И сегодня я хочу сделать обзор белой глины каолин. Это очень полезная глина, она самая популярная из всех ее видов. Она прекрасно используется для всех видов косметики. Для косметики для лица. Она убирает жирный блеск кожи, немножечко подсушивает. Также прекрасно очищает поры, черные точки. С ним можно делать маски, можно добавить немного воды, какое-нибудь базовое масло и нанести на лицо массажными движениями. И подождать минут 15, а потом смыть водой и нанести сверху крем. Тогда ваша кожа будет светлой, красивой, без грязных пор. Также эта глина немножечко и осветляет кожу, поэтому кому не нравятся веснушки, может спокойно пользоваться этой глиной. И ваши веснушки пропадут. А также можно делать из этой глины и маски для волос. Особенно если у вас постоянно жирная кожа головы и никакие шампуни не помогают, тогда каолин как раз именно для таких случаев. А также можно добавить немного ингредиентов различных и нанести на волосы массажными движениями. Глина смывается легко. Не думайте, что она будет плохо смываться или у вас она будет оставаться на волосах. Нет, она прекрасно смывается обычной водой теплой. И тогда ваши волосы будут пышными, красивыми и не будет излишней жирности. А также можно делать, например, ванночки для ногтей. Потому что каолин укрепляет ногти, помогает им становиться крепкими, они перестают ломаться, будут хорошо расти. Также эта глина помогает и если у вас очень проблемная кожа лица, если у вас угри или мелкие прыщики. Также она поможет убрать воспаление, облегчит симптомы и уберет некрасивые мелкие прыщики. Вот такой у нас пакетик. Фасовка 50 грамм. Поставщик Франция. Вот такая белая глина каолин. Спасибо, что посетили мой канал. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписываться. До новых встреч!